поужинать. Покупая тур в компании Advan Travel, мне понравилось именно то, что я могла выбрать из множества предложений то, что больше всего легло мне на душу, именно тот отель, который я хочу, а не тот, который в агентстве мне подсунут, потому что он, видите ли, сгорит скоро. Первый пункт. Второй пункт. Плохо про агентство нельзя. Нет, ну, бывает. Часто бывает. Второй пункт мне понравился, то, что мой тур очень показательный для демонстрации нынче всем будущим моим потенциальным клиентам. Я говорю, смотрите, тур стоит 20 тысяч гривен. Я поставила резервную сумму, и в итоге мне еще вернулась сдача. То есть вместо 18 500 с резервной суммы, я так округлила просто, вот, я заплатила 17 700. То есть еще где-то гривен 800 мне вернулось, и говорю, аккурат отбилась моя поездка на, например, на Тайвань. То есть тур еще дешевле, подешевел. Тур дешевле даже. Опять же, нельзя говорить плохо об агентах, но какой агент вам вернет сдачу, если тур вдруг подешевел, правильно? А вот Advan Travel это возможно. Все по-честному, все по-белому. Мне нравится то, что компания честна с нами. То, что у нас скидки, это уже как бы по умолчанию так понятно. Но то, что тут все четко организовано, и служба поддержки очень со многими, не только со мной, со многими моими клиентами, очень классно помогает. Так что рекомендую. Рекомендую пользоваться системой Advan Travel. Это лучший поисковик, который есть в Украине на данный момент. Думаю, что в мире будет еще... Будет лучше. Будут все про нас знать скоро. Спасибо.